Парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде сегодня обработали против клещей. На территории в 25 гектаров распылили специальное средство. Оно должно нейтрализовать опасных паразитов, которые после зимней спячки остаются в прошлогодней листве. На это потребуется время – 3 дня, при условии, если не будет дождя. Акарицидную обработку в парке проводят ежегодно за счет собственных средств. В первую очередь никто из сотрудников парка не жаловался о том, что то есть клещ был на нем незамеченно. Нету жалоб от собаководов, которые посещают. Ранее это было. В настоящее время уже установилась благоприятная погода для активизации клещей. Уже начали регистрироваться присасывания клещей. И плюс погода сухая пока, как раз подходящая для того, чтобы проводить акарицидные обработки. Это, собственно говоря, основная мера по снижению численности клещей и предотвращению регистрации повышенного уровня заболеваемости инфекциями, передаваемыми клещами.